Мне кажется, все идет совсем не по плану, и все пошло не по плану почти сразу, когда Киев не был взят за 3 дня и не был проведен парад в Киеве. Ну, в общем, как бы не все по плану идет. Да мне сразу так показалось. Вот. Нас никто не спрашивал. Но идет не по плану. Не показалось, а точно. Идет пока не по плану. Это видно по нашему отступлению, наступлению. После того, как от Киева отступили. У нас генералитет, у них, по-моему, дерьмо вместо мозгов, простите за выражение. Да, по-моему, все идет по плану. Просто берегут мирных жителей. Наверное, это не наше с вами дело. Ну, как, рассуждать по плану, но идет не по плану. Там, я думаю, люди умные сидят и понимают, что они делают. Ребята, ну кто же это может определить? Это вы дайте Владимир Владимирович спросить. По плану идет? Мне кажется, да. Разрушить Россию, он по плану прямо идет, закрыть ее. Сейчас вот у Метро была магазин, там половины товаров нет, похоже, скоро закроется. И нас закроют всех, один Путин в бункере останется. Конечно, не по плану. Надо было сначала страну хорошенько укрепить, а потом уже за войну браться. С первых дней. Вообще совсем не по плану. То, что... Я не считаю то, что... Спецоперация нужна была. Да я думаю, что изначально ее не должно было быть. Ну, как бы мы все понимаем прекрасно, то, что уже как 10 лет говорят одно, а происходит совершенно другое. Все не по плану пошло, и все идет не по плану. Я так считаю. Я против войны. Какой по плану-то? Плану кого? Чего плану-то? Это идет уничтожение геноцида, генофонда молодого. Вот. Потому что у них нет будущего. Какое у них может быть будущее? Вот. То есть это утилизация идет, узаконенная. Вот. Ну, видите, всем безразлично. Изначально я была против спецоперации, считаю это незаконно. Я считаю это просто смертоубийство украинского народа. Я не согласна. Я считаю, что изначально это был варварский, драконовский план, который не может даже по плану идти. Какой план? План был? Разве план был? У вас был план, господа наверху?